И всем привет, с вами Нацуер, и сегодня мы продолжаем ловить их всех. Надеюсь, на последний выпуск, когда я ловлю их всех один, потому что что-то одному сидеть тут и качать покемонов даже как-то скучно. Да, и друзья, я даже сам не знаю, кого я буду ловить сегодня. То есть вот, у меня как бы до сих пор даже еще нету. А, я знаю, кого буду ловить сегодня. Короче, пока я уверен только с одним покемоном, получается летать. Тогда я начинаю качать его. Друзья, я посмотрел на атаки некоторых покемонов. Никакого можно не функционирует, так что у нас 4 леденца осталось. Или барбоч, который эволюционирует в еще двоих мозгов. Еще одна эволюция с помощью предмета. На этот раз это эволюция с помощью камня. Камня огня. Да. Угадайте, кто? Конечно же, Наруто. Ну или Вульпик. Когда Вискаш в ярости, он создает землетрясение радиусом около 3 миль. Покемон может предвидеть природное землетрясение. Молодцы. Молодцы. Чё-то я не могу найти. О, Найнтейлз. По легенде, Найнтейлз появился, когда 9 волшебников, обладавших священной силой, слились воедино. Этот покемон очень интеллектуален, он понимает человеческую речь. То есть, то, что он эволюция лисы, ничего. Из 9 людей. Нормально, нравится. О, господи, друзья, это было невыносимо долго. Невыносимо просто. Наконец-таки с этого дня я ненавижу летать. Чем открыл в себе 6-е чувство. Так он получил психокинетические силы. Покемон может медитировать целый день. Спасибо. Я не поймал столько.
вот что бывает, когда перестаешь смотреть за листом вот десятого. Я не поймал Грунгерла, я серьезно его не поймал. Ну давай поймаем что-то. Да, полез, я, оказывается, я не поймал Чинчао, я полез искать Чинчао, и тут такой, опа. О, давай. Ладно. Клэн Перл растет, защищенный очень крепким панцирем. Когда тело становится слишком большим для панциря, это значит, что покемон скоро эволюционирует. Да, жалко, тело таким становится, когда он... О, это женщина. Так жалко, тело таким становится, когда он... Я назову прям как хотел Чинчао. Вот. Ему на дне, кстати, смотрите, еще. Мы нашли зеленую часть. А знаете, что значит зеленая часть? Это значит, что можно отправиться к чуваку, который коллекционирует эти части, и получить осколок. Да. Осколок. Я пока буду искать себе Чинчао. О! Отлично. Давай. О, отлично. Мы поймали еще одного. Чинчао будет добавлен в пакет Next. У Чинчао пара усиков, заполненная клетками, которые создают электричество. Эти клетки вырабатывают так много электричества, что даже покалывает покемона. Хотите дать кличку своему Чинчао? Чинчао, Чинчао, Чинчао. А как мы его назовем? Кстати, да, это пацан, все нормально. Господи, почему я начал смотреть на пол покемона только сейчас? Ладно. Вот так я поймал двух покемонов, и у меня получилось 5 покемонов. Все нормально, да, друзья. С вами был Нацер, который сейчас поедет менять зеленый кусочек на травяной камень. Да. Это было «Поймай всех». Эпизод не знаю какой, но пофигу. Надеюсь, следующий будет Маша.